благоприятен для людей, родившихся в год тигра, кролика, обезьяны и курицы. Задуманные дела будут получаться легко. Хорошо в этот день делать добрые дела, почитать три драгоценности, совершать подношения в Дацан и ламам, приглашать гостей, собирать знакомых и родственников, а также для дел, связанных с деревом и землей. Неблагоприятен день для людей, родившихся в год коровы, дракона, овцы и собаки. В этот день не стоит проводить похороны и поминки. Стрижка волос к потере нажитого богатства. Отправляться в дорогу к исполнению всего задуманного. Абсолютно безопасные. Стоит меньше гипсокартона. Оперативные установки надежные в эксплуатации. И, наконец, они просто красивые. Натяжные потолки. Линия неба. 11 лет вместе с нами. У каждого свой потолок. У меня линия неба.